ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदक्ष्यथ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शन्थिः शन्थि शान्तिः स एक संवत्सर प्रजापतिषोदशला तचदशकला ध्रुव सिया षोदशी कला सात्रिभव पूये से अपच क्षीय से Это мы с вами читали, но я пробегусь по нему. Так, этот Праджапати год состоит из 16 частей, его ночи 15 частей, неизменно его 16 часть. Благодаря ночам он растет и уменьшается. В ночь новолуния он проникает этой 16 частью во все, что одушевлено, и рождается на следующее утро. Поэтому из почтения к этому божеству в такую ночь нельзя пересекать дыхание у одушевленного, будь то даже ящерицу. Мы с вами это читали про ящерицу и крыкаласа. Такое, такое слово странное. У всех, так сказать, низших форм существования он не должен прерывать дыхание. Пичхиндиат, Дальше пойдем. Пятнадцатое. Йо вайса самбатсаров праджапат их шодаша кало. Кало должно быть с кратким а. А ям эва са соям эвам витпурушага. Поясни, который знает это, сам есть год. Праджапати из 16 частей. Его имущество 15 частей. Тас панча, Здесь те, кто читает на санскрите, видят эм, ошибки. Да? Вместо панча они печатают панча. Везде, где нужен не, они печатают г заднеязычный. То есть, в принципе вы должны поправлять это все время. Ну, здесь много опечаток в этом тексте, его бы лучше было поправить. Ну и вот, поистине, кто знает, это сам есть год про Джапати 16 частей, его имущество 15 частей. Атман, его 16 часть, Атмайва Асья Шодаши шестнадцатая 16 часть, это его сущность или атман и он как бы наполняется своим богатством от чакшияти, и уменьшается через свое богатство. Этот Атман ступится колеса, имущество обод колеса, да, вот это сравнение с колесом и ободом, как распадается колесо и когда уходит обод, это как тело. То есть вид там это дословно PPP, Participe Perfect Passive Voice, то есть от корня вид приобретать, приобретенное. То есть все здесь у нас, собственно, приобретенное. И тело приобретенное, и имущество, и все наше окружение, это наше приобретение. Все, что мы приобретаем, удерживает нас здесь, как обод колеса удерживает спицы. И когда обод уходит, вот эти спицы разлетаются, а вот центральная часть колеса остается атман, Поэтому, когда-нибудь теряет все, да, обод колеса, когда разлетается но его атман живет, то говорят, что он потерял обод колеса. Атхатраю вава локах. И таким образом есть три мира. Манушья локах, Питры локо, Дева лока и Ти. Мир манушья, людей, мир предков Питры локах, и мир богов Деволока. манушья локаха путрена джайо. И этот мир людей приобретается или завоевывается благодаря сыну. Нан кармана и не другим образом, не другим деянием кармана петрилоку, а вот э, с помощью деяния мир предков. Ведь дева лока, а с помощью знания мир богов. С помощью деяния мир предков завоевывается, с помощью э, знания мир богов. Очень интересно. Карма и видея а с помощью сына, то есть нужно произвести потомство, мир людей. Дева локо вай лока нам А вот мир богов среди всех миров считается наилучшим. Тасмад видьям прашам санти, поэтому и восхваляют знания. Атхатах сампрап тих. А теперь о передаче. Сам про передачи. Когда кто-нибудь считает, что уходит из мира, он говорит сыну, я да, прайшан маньяте, когда он считает, что он уже уходит, что должен умереть. Адхапутрам ага. Тогда говорит сыну, твам брахма, ты брахман, твам яджнях, ты жертва. Твам лока, ти мир. Сапутрага ПРАТЬЯГА а, Его сын отвечает ему Ахам Брахма, я Брахман. Ахам ЯДЖНЯХ, я жертва. Ахам ЛОКА, я мир. Я дух, я ячня, я трансформация жизни духом. И я мир. Вот три, три позиции. Да? Брахман это трансцендентальный дух, яджня это, собственно, пересечение духа и мира, да? где они пересекаются, где дух влияет на мир и изменяет его. Постоянная трансформация мира духом и мир сам по себе. यत् वै 김차누क्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मा इति एकत ये वै केचा यज्ञा तेषम सर्वषम यज्ञा इति एकत ये वै केचा लोका तेषम सर्वषम लोका इति एकता। आ идам сарвам, итан сарвам, сан аям ито бхунаджат ити. Но вот такой пассаж, что бы ни было сказано, я два кимчану там, тасья сарвасья брахма и те кота, у этого всего одно объединяющее слово брахман. То есть брахман это слово. Все, что было выражено в сознании, это брахман. Ева и и какие-либо преобразования или жертвы не существуют. У них у всех, Тешам сорвешам. ядня. Ядня так, это так есть объединяющий. То есть любые жертвы, любые преобразования входят в, это, в этот смысл яджня. Все слова, все самовыражения духа входит в смысл Брахман. Зачем это говорится? Это, собственно, комментарий к тому предыдущему пассажу, где он говорит «Я из Брахма, я из Яжи, я из Лока», чтобы иметь понятие о том, что, что имеется в виду. То есть, когда что-либо говорится, это Брахман. Когда что-либо преобразовывается, изменяется в этом мире, это жертва. Это все объединяющее слово жертва. Поэтому он и говорит, я есть жертва. А, и какие бы ни были миры, у них у всех одно объединяющее слово лока. Кстати, слово лока есть корень руч, да, рочаты, от него луч, ры изменилось в лы. Это то же самое, что в русском луч. Лока, да? сияющий. Каким-то образом Лока стала бы обозначать этот мир, а собственно это сияние, полный света. Да? То есть этот мир считается, что все миры, любые миры, определяются именно наличием света, то есть определенного присутствия духа в разных пропорциях, скорее всего. Тешам сарвешам лока и ти эка та, и та ваддавай идам сарвам. Поистине в этом все сущее. Будучи всем этим, пусть он поможет мне спастись. Тасмат анушиш там локям аух. Поэтому обученного сына называют ведущим к достижению мира. Анушиштам обученного локьям аух называют его тем, который, собственно, реализует этот мир. Поэтому обучают его тасмат и нам анушасати. Анушасати его обучают, потому что он оформляет и образует этот мир. То есть через наше потомство мы образуем этот мир. Какое мы делаем потомство, таким будет и мир. Чему мы обучаем наших детей, такой мир мы и строим. Саят эвам вид, Когда знающий из этого мира уходит, саяда эван вид осматлок от прайти, адха эбих эва прана их сага путрам авишати, то он проникает своим дыханием в сына, своими пранами он проникает в сына, саяди анена, Кимчит Акшная крытом бхавати, и если им что-то было сделано неверно, Тасмат-е нам Сарвасмат Путро Мунчати. Поэтому от всего этого Его освобождает сын, Тасмат нама. Поэтому он и называется сыном Потому что он его освобождает от его грехов сапутрена ива асминлоки протеты с помощью сына он утверждается в этом мире Атхайнам и те деваха пранаха амритаха вишанти и тогда в него проникают божественные бессмертные дыхания или пранические силы то есть вот эта связь между отцом и сыном или между Питрис, да, про отцами и нами здесь, вовлеченными в создание этого мира, так как мы являемся представителями предков здесь, в этом мире, то через нас, через наше деяние, через наши, то, что мать называет redemption, да, мы освобождаем дух, вовлеченный в этот мир, через наше потомство. Оно про продолжает эту работу э, здесь, в этом мире, создавая эти миры. И освобождает в конечном итоге наших предков, которыми мы и являемся. Да? Потому что как только мы перестаем жить и уходим из этого мира, мы вступаем в роль предков. Да? А наше потомство продолжает жить и создавать миры для нас, чтобы потом мы смогли снова воплотиться в них, да? как их правнуки. То есть мы будем рождены как дети наших детей. Такая связь, такая логика здесь. Да? И каждый раз, когда вот дети делает вот это redemption, то есть не знаю, как это по-русски, в голову не приходит слово, создают это искупление. Искупление, да, слово такое очень религиозное, поэтому в голову не приходит. Искупление, то есть искупают нас за то, что мы сделали неверно, за то, что мы не смогли создать вот это вот предпосылки для роста духа, а были захвачены природой и жизнью, дети имеют возможность это все изменить. То есть ничто не является неизменным и окончательным, потому что есть дети, есть сын, который продолжает работу, а у него есть сын, который продолжает. И таким образом все продолжается в этом мире. И бессмертные дыхания входят в них в тех кого в этом мире освобождает сыновья, то есть они приобретают свое бессмертное качество. Питрис, Молодя, ой, извини, а здесь это именно в буквальном смысле сыновья, не сыновья как внутреннее наше индивидуальное божественное психическое? Я это думаю, это что связано с миром, да. А хотя бы вполне может быть и такое прочтение, как ты говоришь, потому что мир и душа психическая они связаны, да? Психическая не явилась бы, если бы не было вот этого воплощения, да, земного постоянного вот этого вот, да? воспроизводства. Да, воспроизводства и возвращение психического можно и так его прочитать, да оно возвращается постоянно, и таким образом создаются наши сыновья, как бы. Сыновья – это что? Это значит наше перевоплощение, в принципе, да? И это и есть, собственно, сын, да, который освобождает отца, как говорится в Ригведе постоянно, да, что Агни является сыном, освобождающим отца. Вполне может быть, что это как раз более глубинный смысл, чем просто тот брахманический смысл о перерождении в физической форме. Но они, наверное, где-то одинаково да, входят в одну и ту же структуру сознания и понимания воплощения в мире. Душа как средство воплощения духа да? В форме, здесь, в человеческой в теле. Хм. Потому что так получится, что мы будем снова разделять душу и тело. Вполне может быть, что здесь нет этого разделения. Мне нравится эта идея. Очень хорошая идея о психическом здесь, как сыне потому что он это и есть сын, то, что говорит Иисус, что он является единственным сыном Бога, это именно об этом речь, о психическом. Психическое является единственным сыном Бога, то есть его представителем здесь в манифестации. На этом, кстати, очень много непонимания в христианстве и в иудаизме. Я слушал буквально два дня назад одного там равина, который объяснял, почему они не могут принять Иисуса Христа, потому что он единственный сын Бога. Как же это так? А что же тогда все остальные? Вот это он все время там нарекал, что это совершенно невозможно быть единственным сыном Бога. Вообще сыном Богом нельзя быть по иудаизму, а тут единственный еще к тому же. То есть в принципе, это вызывает огромное непонимание да, в религиозном смысле. А, собственно, Иисус говорил именно об этом Сыне, который я пребываю в сердце каждого человека. Да. Это и Он и есть этот психический огонь, да, который через меня лишь вы можете прийти к моему Отцу. То есть к реализации Бога можно прийти лишь через психическое, в сердце каждого. То, что Он единственный Сын, неправильно прочитано. Он единственный как психическое, да, которое пребывает в сердце каждого человека. В сердце каждого человека пребывает единственный Сын, а не то, что Он один как воплощение. Да? И тоже Сын, вот этот вот Сын Бога, да? вот этот даже человека его называют с большой буквы, сын человека, человеческий сын. Очень важное такое замечание, что указывает на психическое существо. Предхивяй чай нам огнеща дайви ваг авишади. И вот здесь интересно, из земли, он так переводит, я бы сказал, для земли и для земли этот из огня дайвиваг божественная речь, а вишати входит в него. Для земли из огня в него проникает божественная речь. Савай дайвиваг я-я, я вадати тат -тат и она ⁇ это божественная речь, которой, что бы он ни говорил, тем он и становится. Девощай нам Адит Ча, дай вам манах я из неба, из солнца. Дай вам манах, божественный ум проникает в него. Я двай дай вам мано ена Анандиева Бхавати, Атху на Шочати, и его божественный ум таков, которым он становится блаженным или радостным Анандиева Бхавати, Атху на Шочати, и таким образом не печалится, или больше не страдает. Адвьящайнам Чандрамасашча Дайва в пранах Авишати. И таким образом в него из вод, из луны проникает божественное дыхание. Савай Дайва прано. Яха санчаран ча санчаран ча навьятхате адхуна И прана, которая движется и не движется, она не терпит ущерба, так переводит, и не гибнет. На она не, не дрожит, как бы, не, не терпит ущерба, так там. Атхона и не исчезает или не, не повреждается. Саэша Эвам вицарбешам Бхутанам Атма Бхавати. И он, знающий так, становится сущностью всех существ. Атхайша Девата Эвам Са. Кто это знает, так становится атманом всех существ, каково это божество, таков и он. Адхайша Девата са. Ятха и там деватам сарвани бхутани аванти. Эвам вам видам сарвани бхутани аванти. И как все существа аванти, интересное слово, проникают или поддерживают, или защищают это божество, так все существа защищает его или благоприятствует. Так он переводит Сыркин. Как благоприятствуют все существа тому божеству, так благоприятствуют все существа тому, кто знает это. Какие бы страдания ни терпели рожденные, эти страдания остаются в них, лишь добро идет к нему ибо поистине зло не идет к богам. Яткинчай Махапраджаха Шочанти, Амайвасам Тадбхавати, Пуньям ева Мум Гачати, Пуньям ева Амум Гачати, Нагавай Диван Папам Гачати, потому что Папам не идет, или грех не идет к богам. Ну вот. Может быть, мы здесь и остановимся перед обрядами, потому что это большой пассаж новый. В следующий раз закончу. Тут интересный идет пассаж. «Речь, речь решила, я буду говорить. Глаз решил, я буду видеть, ухо решило, я буду слышать. Все решили как-то сами. Да? Хорошо, ну вот, что мы нового изучили здесь в этом смысле? Какая у нас а, вот эта идея о сыне, как воплощение психического, очень красивая идея. Мы все это уже знаем, да, в полной мере как-то. Уже не один год изучаем эти вещи, ведийская парадигму. И, конечно, без Шри и его интерпретации это было бы невозможно понять ничего здесь в этом. Потому что все так запаковано. То есть даже нельзя увидеть, что есть дух, есть действие духа на природу, которая называется жертвой. И есть сама природа, локах, мир. В мире есть воплощение духа в форме сына, в форме Рождение, перерождение души. Для Питрис это будет действие, всякое действие. То есть, для того, чтобы поддержать предков, нужно действовать в этом мире. Это через действие, то, что ты делаешь, тем ты и становишься, тем и становится Питрис. То есть они смогут воплотиться в новых телах в будущем и знанием достигается божественные миры. Знанием как осознанием того, что это такое, что с нами здесь происходит. Вот здесь вот интересная есть строчка про страдания, что какие бы страдания не терпели, Рожденные эти страдания остаются в них. То есть, если мы при жизни не осознаем какие-то вещи, мы с собой переносим это и в следующую жизнь. Я вот так понимаю. Mm -hmm. ну, давайте глянем на него про страдания. Слишком важный, да, такой момент. Что куда же идут страдания? Ну да. Тело боли, как сейчас принято говорить, да. Uh -huh. которое мы постоянно подпитываем, и оно всегда с нами присутствует. Здесь сказано, что вот из солнца, из неба, да, вот божественный ум входит в него, и вот и дай вам манах йена ананди эва бхавати», и с помощью этого ума, так сказать, он становится таким радостным анандией, да. Ананди, Эва есть лишь радостный. шочет и не страдает. А потом снова о страданиях позже, да? В двадцатом. Да, вот снова с божествами связано, что не будет в него проникать грех, если он полагает или считает, что все это вот с божественным умом, что это боги, да, и как почитает всех божество, так будет почитать и его, и в него как бы страдания не проникают. Яд кинча и праджага как какое бы страдание не переживали эти существа, рожденные здесь праджага. Амайва сам тадбхавати, Какие бы страдания ни терпели рожденные, эти страдания остаются в них. Ама Эва в доме, конечно, их то есть. Так дословно, но ну? вместе у них это есть. Вместе, конечно, у них то будет. То есть, какой бы яд у кимча, и что бы ни было, и мага шочанти, эти существа страдают, чтобы они не страдали. Или, тоже такая довольно непонятная конструкция. Ничем бы не ни страдали, а что бы они не переживали, чем бы они не горели, то у них в доме есть, ну, или вместе есть. Пуньям эва амум гачати, лишь добро идет к нему, пунем эва амум гачати, и лишь добро идет к тому, нагабай деван папам гачати, потому что грех не идет к богам. То есть, что такое остается в доме, остается в... с ними, я не знаю, честно говоря. Может быть, дом как тело, ну запись такая на клеточном уровне и все. Не знаю. И из рождения в рождение это переходит. Слишком непонятное слово вот это ама, да, и поэтому я вообще бы его не смог прочитать с точки зрения, так сказать, этимологии. Какое-то слово такое непонятное совсем. И оно здесь как раз и создает всю проблему. Как перевести? Что же, то, что они страдают, оно у них Ама... Ама-Эва, а сам Тадбавати. И то становится у них Ама. Их домом, жилищем, в доме в жилище становится. Да? Не знаю. Да, на клеточном, может быть, еще что-то имеется в виду уходит в подсознание, может быть, спускается в какой-то подсознательный уровень, остается в записи земли, где-то там в подземельях остаются вот те ростки нашего страдания или как зерна страдания, которые могут прорасти в любой момент. А с моментом рождения это все активируется. Потому что сам акт рождения это вот первая боль и первая такая бессознательность. Но ну, это психологи уже это все как бы препарировали, все эти да? моменты. Ну, наверное, подсознательная да, структура, которая остается здесь, в записи. Это та самая чита, о которой мы часто говорим, mm -hmm. которая записала все наши переживания, все наши опыты из прошлого. Да, мы знаем, что огонь печет, там горит, это режет, это больно, это радостно и так далее. Это все уже как бы известно и животным, и людям. Все знают откуда-то, как себя вести в теле. Это, наверное, она в доме у них остается это все, да, в каком-то каком резервуаре, где из которого потом мы сможем взять это в образе реакции да, на то, что происходит с нами. Может быть. Но лишь шипуния идет к нему, потому что грех не приближается к богам. Если он со своим божественным умом да, видит все именно так, да, как божество, то есть божественным дыханием в него проникает, и даже если оно движется или не движется, оно не исчезает и не ранит его, и, и он становится сущностью всех существ. и каково это божество, таков и он. И все существа поддерживают это божество, и все существа поддерживают его. И какие бы страдания существа не переживали про оно остается все у них в доме. Лишь благостное идет к нему, так как грех не приближается к богам такой текст дословно то есть где-то все уходит в подсознание все эти страдания где-то они там складируются ну, в низах и к нему не приближаются ну хорошо тогда остановимся здесь сегодня да